Дорогие учителя, педагоги, хочу, как всегда, в канун Дня Учителя поздравить вас с этим замечательным профессиональным праздником, пожелать вам хорошего здоровья, терпения, пожелать вам хороших учеников, и чтобы в каждом ребенке, которого вы учите, вы видели бы человека, который встанет после окончания детского садика, школы, встанет на ноги, станет настоящим гражданином нашего государства. У него будет хорошая семья, хорошие дети. И на этом, наверное, зиждется вся педагогика, когда наши дети идут дальше, чем их родители. Спасибо вам за эту работу. Я желаю хорошего праздничного настроения в дни, когда вся общественность празднует День педагога. Учитель – это одна из самых важных и благородных профессий. Ведь учитель не просто передает знания своим ученикам, но и вкладывает в них частицу своей души. Я желаю всем учителям здоровья, счастья, успеха во всех начинаниях, побольше талантливых и благодарных учеников и побольше позитивных эмоций и веры в будущее. С праздником вас!